Ну, любая несвобода, как известно, она порождает, так сказать, противодействие. Вот. Поэтому мне кажется, что абсолютно, абсолютно правильным было бы оставить рекламу и сигарет, и пива, и там, вина, и так сказать, такой замечательной жирной жизни. Вот. А уже выбор каждого человека – это его личный выбор. Я, например, не употребляю ни соленое, ни сладкое, и вот скинул, так сказать, уже там 8 килограмм в связи с этим. Вот. И это мой выбор. А то, что рядом человек сидит и ест, так сказать, традиционно жирную кавказскую еду, это его личный выбор. Ему это приятно и замечательно, это его дело. Ну, так что приятного аппетита каждому, кто для себя принимает, так сказать, какое-то решение.